Привет, чужестранцы! У этого красавца-пастуха с Дикого Запада в Южной Америке есть двойник, которого называют гаучо. Гаучо — это осаго или барбекю по-аргентински. На открытом огне готовятся толстые, сочные, нежные куски мяса. Амигос, они просто тают у вас во рту. Макканудо! Способ еды гаучо кажется предельно простым. Но, тем не менее, здесь очень важен опыт. Хлеб и мясо держат в одной руке, нож держат в другой. Обратите внимание на движение кисти и локтя. Движение ножа и еды одновременно и ритмично. Раз, два, кусай, режь, жуй. Раз, два, кусай, режь, жуй. Да, именно такое полезное питание дает гаучо стальные нервы и железные мускулы. А теперь бариодорес, или болы. Болы состоят из трех грузиков, связанных между собой кожаным кнутом. Чаще всего их используют для ловли быстроногой птицы пампас под названием аргентинский страус, или авеструс. В отличие от большинства представителей семейства страусов, у авеструса нет красочного хвостового оперения, и его стройные ноги являются отличной мишенью для болы. Он сказал «бола»? Карамба! Несясь на огромной скорости, гаучо раскручивает болы. Круг за кругом, все быстрее и быстрее, и бросок. Болы летят вперед, пока не находят свою цель. Быстроногая птица поймана. А сейчас, чтобы вы смогли полностью насладиться этим зрелищем, взглянем на него еще раз при помощи замедленной съемки. Обратите внимание на грацию и красоту этой длинноногой птицы в момент испуга. Насколько точны и выверены во времени движения человека и животного. Они будто одно целое и производят минимум лишних движений. Болы летят. Все быстрее и быстрее. Они вращаются все ближе и ближе. Осторожно! Уйди с дороги!